уважаемые гости, счастливые дети и взволнованные родители. Сегодня мы вместе с вами даем старт знаковому региональному проекту в сфере отдыха и оздоровления детей «Оренбургский поезд детства». 480 мальчишек и девчонок из разных уголков Оренбуржья отправляются на оздоровление в санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» города Туапсе Краснодарского края. Наш регион ежегодно оздоравливает более 500 одаренных детей в лечебных учреждениях Черноморского побережья. Лучшие из лучших, а именно победители Олимпиад, активисты детских организаций и патриотических объединений, воспитанники детских домов, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, можно сказать, юный золотой фонд Оренбуржья поощряется областными путевками на оздоровление. Организаторами проекта выступает правительство Оренбургской области, Министерство социального развития, региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы», а также органы исполнительной власти и надзорные ведомства. Благодаря межведомственному взаимодействию отдых оренбургских детей качественно, безопасно организован и содержательно наполнен. В этот торжественный день, уважаемые друзья, с нами первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Викторович Балыкин. Сергей Викторович, я приглашаю вас на эту сцену для напутственного слова. Дорогие ребята, уважаемые родители, уважаемые педагоги, рад вас приветствовать сегодня на такой торжественный момент. Приятно, что сейчас проходят каникулы, период, когда можно отдохнуть, поправить свое здоровье. В этом году в Оренбургской области уже отдохнули, поправили здоровье более 100 тысяч мальчишек и девчонок. Более 60 тысяч находятся на...